Волейбольный клуб АСК с победы над одним из основных конкурентов стартовал во втором туре финала высшей лиги Б. Все матчи этой части чемпионата проходят в зале ФОКа «Заречье» и продлятся до 23 апреля включительно. Надеюсь, что у нас большой спорт, не только волейбол, скоро вернется. Сегодня день решающих спортивных сражений, волейбол. Волейбольная команда пытается выйти в лигу выше, а футбольная команда играет тоже за выход в ФНЛ. Надеюсь, что нижегородский спорт в ближайшем будущем оттолкнется от дна и начнет победное всплытие к вершинам российского спорта. Команда Игоря Шулепова в первом матче этого марафона уже нанесла поражение Одинцовскому Подмосковью. И это тот случай, когда итоговый счет 3-0 не отражает своего накала борьбы. Ведь в каждом из сетов именно гости начинали в роли лидера, а нижегородцы раз за разом выступали в роли догоняющих. К счастью, игроки АСК выдержали и смогли взять свои победные очки. Очередные дивиденды Нижний Новгород может заработать уже сегодня. В 19 часов встречаемся с абсолютным аутсайдером финала 6 – «Магниткой» университетом из Магнитогорска. Григорий Ожигин, Олег Климин, «Объективно спорт», ННТВ.